2008 год. Венгрия. Город Бугац. Большой курултай тюркских народов. Состоялся он на востоке Европы неспроста. Тогда венгры четко заявили всему миру: мы тюрки и Центральную Азию считаем своей прародиной. С тех пор венгры все меньше говорят о финно-угорском родстве и гордо демонстрируют свое восточное гуннское происхождение. Венгрия регулярно участвует во всемирных играх кочевников, а в последние годы пытается сблизиться с тюркскими странами и на политическом уровне. Во многом способствовал этому нынешний премьер страны. Именно при Викторе Орбане 5 лет назад Венгрия вошла в состав Организации тюркских государств в качестве наблюдателя. Для участия в юбилейном саммите ОТГ Орбан приехал в Астану. Добро пожаловать на казахскую землю. В Казахстане хорошо знают и уважают вас, потому что вы кыпшак по происхождению. Можно сказать, что вы приехали на родину предков. Несомненно, данный визит придаст новый импульс сотрудничеству между двумя странами. Всегда приятно возвращаться домой. Венгры с большим удовольствием приезжают в Казахстан, потому что нас связывают тысячелетние общие корни. Для меня большая честь сотрудничать с вами. Венгрия всегда была надежным стратегическим партнером Казахстана. Так будет и в дальнейшем. Отношения Венгрии и Казахстана хороши как никогда, но потенциал, особенно в экономике, по-прежнему велик. Тема родства казахов с венграми особо звучала и на переговорах уже с участием делегации. Обычаи, культура, да даже языки у двух народов схожи. Например, яблоко на казахском алма, венгерском чуть мягче – альма. Потомки кыпшакских племен, переселившихся в Европу из Торгайских степей в средние века, сегодня живут на территории Венгрии. Мы гордимся этим. Благодаря нашим совместным усилиям казахско-венгерская интеграция динамично развивается во всех сферах. Уважаемый господин премьер-министр, вы вносите неоценимый вклад в это дело.